положение винтовки на коне. Положение это как снять винтовку на коне и одеть. Значит, есть два основных положения винтовки при работе на коне. Это по кавалерийски, это через левое плечо. Вот так вот. Так ездили все регулярные кавалерии. И по казачьи, соответственно, наоборот. Все это, каждое положение имеет свои плюсы и минусы, соответственно. Если по кавалерийски, ее удобнее снимать и одевать. Если по казачьи, мне удобно работать другим оружием. Вот, можно джигитовать, быстрее, удобнее запрыгнуть в седло. Значит, возникает вопрос, как снять винтовку с плеча и приготовить ее к стрельбе. Делается это таким образом. Если у нас винтовка одета по казачьи, раз, скидываем ее сюда, берем за шейку, снимаем через голову, и она у нас в боевом положении. И обратно. Раз. Теперь это можно сделать все в движении. Кавалерийские винтовки снимаются следующим образом. Большой палец кладется на где соединение винтовки и плечевого ремня. Дальше винтовка, рука идет вверх с винтовкой и опускается вниз по телу. Раз. И дальше происходит перехват винтовки. Вот. Соответственно, можно производить выстрел. Сейчас то же самое на голову. Сад 1911 года, цельнометаллическая, 3 с лишним метра. Значит, ей наносятся основные удары к следу. Направо, удар налево, соответственно, удар острогой, направо, удар острогой налево, удар назад, через плечо. И удар под топ. Соответственно, обратно. Основные проблемы возникают при возвращении пики назад. Соответственно, при ударе острогой, как двигается пика? Значит, произошел удар, конь двигается вперед, пика переворачивается, и берем ее опять в положение к бою. Значит, при ударе острогой слева, что происходит? Происходит удар, пика двигается назад, мы заносим за шею, раз, и опять в положение к бою. Есть еще удар вниз, направо и налево. Налево. Раз, пик, конь движется вперед, мы выходим в обыкновенные боевые круги. Хоп. И опять положение к бою. Удар налево, направо, вниз. Из обыкновенного положения пик, конь движется вперед, мы выходим опять-таки в положение к бою. Каким-то образом. Вот. Посадка и слезание с коня, с пика. Уставу как осуществляется? Спускание с коня. То есть вот у нас пика в положении. В походном положении. То есть нога в нижнике, пика. Здесь видите, есть пистолет и петелька. Вставляется это под, если есть портупея шашечная, вставляется под шашечную портупею,
одевается на руку, вставляется под шашечную портупею и застегивается. Вон, все, потом пока. Вот. Застегивается, и она висит плотно прижатая к спине. Она не девается, можно с ней даже прыгать. Вот. Если ее надо снять, при посадке, ну и слезании с коня, мы сначала ее снимаем, отстегиваем, соответственно, сбрасываем с руки, снимаем, вынимаем правую ногу из стремени, снимаем ее с ноги, переносим через шею лошади, нижним концом ставим у левого плеча лошади и производим слезание с коня. Раз. Вот. Стрелой перед посадкой. Конь у нас в руках, пика, конь у нас в правой руке, пика в левой руке. Здесь сначала мы закидываем повод на шею лошади. Ставим пику у левого плеча лошади. И садимся стандартным образом, не вставляя правую ногу в стремя, переносим пику через шею лошади, опускаем ее с правой стороны, вставляем ножник, вставляем ногу в стремя. После этого одеваем темляк на руку. Так, сейчас Серега продемонстрирует нам все на скаку. Покажи, ну развернись. Покажи, что она плотно к тебе прижата. Ну разверни просто коня по кругу. Вот. Вот, молодец. Хорошо, теперь расстегни, ну и делай проскачку, удар направо, удар налево. Правой стороны. Здесь у нас получается неудобно. То есть мы воткнули ее, и она у нас застряла, казалось бы, да? Как сделать так, чтобы мы могли бы ее вытолкнуть? Вот. Соответственно, вот она у нас пошла и пошла назад. Дальше мы ее выпускаем через руку и делаем вот с левой стороны. Вот выход. Боевой круг и положение к бою.